Сеевский трубный завод, как известно, является градообразующим предприятием и главным и единственным источником тепловой энергии, которая снабжает население северной части города теплом. Поэтому наше предприятие ответственно за не только за производство труб и своей продукции, но и за ответственность за жизни, получается, и комфортное существование жителей нашего города, которые значительную часть составляют работники нашего же завода. Ежегодно коммунальные хозяйства юга и севера не гасят задолженность за полученные энергоресурсы, это за холодную воду и за тепло, и за водоотведение. Сеевский трубный завод, все равно руководство Сеевского трубного завода приняло решение, естественно, такое, что отопительный сезон должен начаться. И несмотря на не решение этих вопросов ни администрации, ни Полесской коммунальной компании, все-таки отопительный сезон начать вовремя. И 16 сентября этого года мы начали подачу тепловой энергии в детские сады, школы и другие социально значимые объекты. На сегодняшний день долги составляют по северной части города порядка 103 миллионов рублей, по южной части города долги, которые накопились за предыдущими организациями коммунальными, составляют порядка 32 миллионов. В суды иски на южную часть, значит, там южная коммунальная компания, которая нам должна 5 миллионов, она уже в состоянии банкротства находится, и, то есть часть нам переходит, ну, такая незначительная. Новая энергетика, значит, там судебные иски оформлены. По РСК, значит, там идут... изыскиваются различные варианты взимания долгов.